конец марта, ее красота, на Воронежском водохранилище. Не знаю, где, короче, ловить. Тут вообще не поймешь, все куда-то вдаль уходят. Но я думаю, что тоже в большинстве своем наугад. Я ушел тоже довольно далеко. Ну, сейчас попробуем. Что тут ловится, не ловится. Посмотрим. Видел я тут когда-то рыбаков на этом месте примерно. Ну, не знаю, поймаем, не поймаем. Не, ну вот так дела, вы посмотрите. Судачка поймал. Ха, обалдеть. Мелкий, правда. Но, блин, это ж офигеть. Пришел вот сюда. Такая вот удача. Ладно, продолжим дальше. В общем, пришел я практически к берегу, так сказать. Но это не берег, это просто вот мост, опора моста. И здесь, в общем-то, я поймал судачка, что для меня явилось полной неожиданностью. Думал, тут окушки какие-нибудь водятся, а тут судачок клюнул сразу. Ну, я, конечно, очень рад. Вот поставил сюда, пришел, короче, поплавки. Не знаю, короче, на что надеяться. Но будем стараться еще что-нибудь поймать. Но уже настроение, конечно, гораздо лучше. А как вам такая рыбка? Ёрш! А жирный, блин. Раздуло как, а. Наверное, с икрой. Хороший попался. Я, похоже, на ершей попал. Еще один клюнул. Ха. Такие не мелкие. Жирненькие, хорошие. Ха. Будем ловить, значит. И пожирнее были. В общем, так вот. Ха. Так, неплохо, неплохо. Мне здесь гораздо больше нравится. В общем, ребята, пошли ерши. Один за одним. Ну, буду ловить, пока идут. Чё. В общем, идут, 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 идут. Прям клюет хорошо. И вот он, еще один представитель ершиного царства. Откуда их там так много, не пойму. Ну, клюет хорошо. Слушайте, да их тут невероятные отряды какие-то просто. Клюют и клюют, клюют и клюют. Это не может не радовать. И еще один. Клюют прекрасно сегодня. Жаль только ёршики, но меня и это радует. Хорошо. Представляете, ловил, ловил я, значит, ершей, перешел чуть дальше, и посмотрите, какого красавчика выловил. Вот это акушара, блин. Хорош, хорош. Ловим дальше. В общем, после окуня опять ёж пошел. Посмотрим, что будет дальше. Давно я его не ловил. Попался вот. Хуже стало клевать. Ветер какой-то поднялся. Ну, в общем-то, я все равно доволен рыбалкой, уловом. Как-то поприятнее, конечно, чем вот поймать там одного окушка. Поводка сегодня хорошая. Но вот ветер поднялся какой-то, и что-то как-то хуже стало клевать. А может быть, уже время не ее, так сказать, 10:30. Ну, можно еще чуть-чуть походить. Не знаю, может быть, минут 20 похожу. Посмотрим, что будет. Вот здесь глубина, кстати. Вот я прям на самой какой-то яме, можно сказать. Тут метра 3, наверное, 2,5. Вот где я ловлю. И глубина практически нигде не меняется.
То есть вот что там, на самой дальней лунке, что вот здесь, где я сейчас нахожусь. Ну, 2.5-3 метра где-то глубина. Надо бы приметить это место каким-то образом. Даже не знаю как. Не знаю, вон черный какой-то этот стоит штырь. Можно по нем ориентироваться. В принципе. Лед очень толстый. Я думаю, он еще постоит, если такая будет у нас погода. 0, минус 1, 0, плюс 1, минус 4. Ну, вообще здесь вообще шикарно, ловить шикарно. И тонкого льда можно пока не бояться. Поймался еще один окушок. Ну, конечно, гораздо меньше, чем первый. Хотя жаль, конечно. Может, еще клюнет кто-нибудь. Сейчас посмотрим. Ну что ж, поймался еще один мелкий окушок. В общем, место тут интересное. Рыбка тут есть. Можно и летом ловить, в принципе. Так что мне здесь очень понравилось, на самом деле. Одна из лучших моих зимних рыбалок в этом году. Ну, надо складываться, надо собираться. Дел сегодня еще много. Так что вот так вот. Время без 15:11. Здесь я был с 7 утра. Нет, даже с 7:30. Ну, в принципе, вообще хорошо. Можно прям, если целый день ловить, то пару килограмм точно можно поймать. Я думаю.